День Российской почты отметили в нашей стране в минувшее воскресенье 13 июля. Профессиональный праздник работников почтовой связи учрежден в ознаменовании той роли, которую почта сыграла в развитии российского государства. И сегодня Почта России продолжает оставаться одним из крупнейших интеграторов связи. Почта России – национальный почтовый оператор. Это самая обширная розничная сеть в нашей стране. И в состав Нижегородского филиала Почты России входит 22 почтамта, более 1000 отделений почтовой связи. Ну и, как по всей стране, наш коллектив является одним из самых многочисленных на территории нашей области. У нас работает более 8000 человек, и более половины этих сотрудников – это почтальоны и операторы. Ежедневно в отделении почтовой связи приходит около 140 тысяч нижегородцев. На почте они могут получить более 100 различных услуг. Основные из них касаются почтовой связи, приема и выдачи писем, посылок и бандеролей. Кроме того, здесь можно оплатить коммунальные счета, получить банковские услуги, а также помощь в постановке на миграционный учет. Но главное то, что все это можно сделать в одном месте. Люди порой приходят не с одной услугой, а сразу с несколькими. Он приходит, 5-6 услуг сразу может сделать в одном операционном окне. Это очень удобно, по большому счету. Не надо идти в миграционную службу, не надо идти отправлять письмо, не надо оплачивать, идти в банк, в коммуналку. Все можно сделать здесь. Рабочий день у почтовиков начинается очень рано. Машины с почтой приходят к 7:30 утра. Она же забирает корреспонденцию, которая должна быть уже подготовлена к этому моменту. У нас в отделении 6 участков, 6 почтальонов. У каждого почтальона свое рабочее место. Стол, вот эти лузы, где они письма. Вот газетки они, вот видите газеты, они здесь уже по улицам, по домам подсортировали, и они несут уже в доставку. Те газеты, которые утром привезла машина, которую рассортировала я им. Труд почтальонов неоценим. В Нижегородской области за 2013 год объем писем, включая заказную корреспонденцию, составил более 46 миллионов штук. В это же время было отправлено более 400 тысяч посылок. Сегодня Почта России – единственная организация, которая может предоставить населению всей страны, включая труднодоступные и малонаселенные пункты, доступные почтовые, финансовые и коммерческие услуги. Современная почта – это около 42 тысяч отделений почтовой связи на территории России, ежедневно обслуживающих 2,5 миллиона клиентов.